Привет. Да, сюда. Поехали. Садимся. Выпрямляемся. Плечи расправляем, грудь вперед. Шея ровная. Настраиваемся. Руки складываем. Правая сверху у мужчин, левая у женщин сверху. Большие пальцы вместе. Эту чашу в виде рук, руки в виде чаши, вернее, кладем под ниже пупка, упираем, подтягиваем живот, чувствуем живот ниже пупка в тонусе, корневой замок сжимаем, расставляем плечи, глаза в межбровье, дышим в область, вернее, глаза вниз опускаем на зону солнечного сплетения, смотрим как бы максимально вниз. Язык выправим, точка ветра между зубами и небом в области верхней части верхних резцов. Выпираем кончиком язык в эту точку над резцами, там, где начинается небо. Глаза смотрят вниз, спина ровная, дышим глубоко, свободно. Осознанно, каждый вдох и выдох. Верхней части живота. Стараемся дышать. Нажимайте корневой замок, удерживайте его, промежность сжать и удержать, подтягивая внутрь. Еще раз поглубже вдыхаем в этом положении. Выдыхаем. Корневой замок, делаем вдох поглубже. Верхнюю часть живота. С выдохом глаза поднимаем в межбровье. Выдыхаем половину объема легких. Руки на колени кладем. Большие пальцы и указательные соединяем. Капалабхати. Импульсное дыхание. Резкий выдох. Пассивный вдох. С выдохом живот подталкивает диафрагму вверх. Хорошо, достаточно. Вдох глубокий. На 5 ударов 2. 3, вдыхаем. 4. 5, выдох. Раз, 2, 3, 4. 5, за выдохом наклон вперед. Живот тянуть статически, удерживаем Удьяна Бандха.
брюшной замок, задержка дыхания на выдохе, втягивание максимального живота, корневой замок, сжать, подбородок, прижимаем к ямке под горло, под горлом спина круглая, еще чуть-чуть держим задержку, тройной замок у нас получился, перед вдохом до выдоха, и вдыхаем, выпрямляем спину, раз, два, три, четыре, пять, задержка на вдохе, раз, два, расслабьте плечи, сзади поверхность шеи. Вдыхаем еще. Потом раз, два, три, четыре. Задерживаем дыхание. И еще. Подтягиваем воздух. Потом три, четыре. И еще задержка. Расслабленными кистями постукиваем над грудью по бокам. Раз, два, три. 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 Еще раз. Раз, два, три. И раз, два, три. Выдыхаем. Медленно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Задержка. Живот подтянуть. Макушка вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Да, выдох. Вдох. Свободно. Глаза вверх, выдох, глаза вниз. Вдох, снизу вверх. По центральной оси тела, выдох сверху вниз. Максимально глубоко, восходящий вдох, нисходящий выдох. Осознанно каждое дыхание. Спина ровная, корневой замок сильнее сжимается на вдохе. Выдох, шея ровная, плечи расправлены, расслаблены. Еще раз вдыхаем. И выдыхаем. Вдохом чуть отклоняемся назад, выгибаемся. Грудь вперед, подбородок вверх. Выдох, наклон вперед, язык наружу. Выдыхаем через рот. И дышим дальше ртом. Вдох и выдох. Вытягивается языком дальше, дальше, дальше наружу. Вдох, выдох. Вдох. Выдох. За языком гортани глотку вытягиваем. Выдох. Тянемся языком дальше, дальше. На вдохе расширяем горло. На выдохе язык дальше наружу, глаза в межбровье направлены. И еще раз, максимально глубоко вдох. Выдох осознанно. Дальше язык. Вдох, поднимаем голову. Тягиваем язык. Выдыхаем раз, два, три. Четыре. И задержали дыхание чуть. Сглатываем спину, расслабляем горло. Спина выпрямилась, выровнялась. Корневой замок подтянули. Живот ниже пупка в тонус. Выдыхаем медленно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. До выдох. И начинаем медленно. Вдох. Два. Три. До 32. Четыре. Два. Вдыхание. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10, спина ровная, 11, 12, шея ровная, 13, 14, стараемся расслабиться, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, выдох, 2, 3, 4.
Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать один, двадцать семь, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. 31, 32, вдох, еще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 20, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, выдох, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, 20, 21, 20, 20, 24, 20, 26, 20, 28, 29, 30, 31, 32. Свободно вдох, выдох. Брюшная помпа сидя, с скрещенными ногами сегодня. Еще раз поглубже вдох. Чуть прогибаемся, отклоняясь назад. Выдох, наклон вперед. Руки на коленях, либо на полу. Задержка после выдоха. И живот втянуть. Вытолкнуть, тянуть, вытолкнуть. Ритмично. Шея расслаблена, спина круглая. Вдохом, да, выдох, живот. Вытолкнули, выпрямились. Три дыхания. Вдох. Шея ровная, спина ровная. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. А глубже. Слегка наклоняемся перед второй повтор. Округляем спину, задержка после выдоха. Втягиваем, выталкиваем. Прокачиваем брюшную полость, внутренние жидкости. Глаза в межброви направлены. Корневой замок подтянут. Шея сзади расслаблена, спина округлена. Перед вдохом, да, выдох, живот вытолкнуть. Выпрямляемся, три дыхания. Максимально глубоко, осознанно делаем вдохи. Выдохи, спина ровная, чувствуем корневой замок подтянутый. Еще раз вдыхаем поглубже. Выдыхаем. Прогнулись, наклонились. До выдоха. Задержка. Третий повтор. Оттягиваем, выталкиваем. Втягиваем, выталкиваем. Максимально сильно старайтесь втягивать живот. И максимально его выталкиваем. И вдохом, да, выдох. Выдыхание.
Еще раз поглубже вдыхаем. Выдыхаем. Так, прогибаемся. Вдох с выдохом на ком вперед. И еще один повтор. Завершающий. Полный выдох, задержка. Перед вдохом, да, вы даже вот вытолкнули, выпрямили, передыхаем. Но. Еще раз. Почувствуйте корневой замок, сжатие в области промежности. Еще раз плетаем ноги. Упираемся на локти перед собой, ногами ходим назад. Носки ставим на ширине таза. Левый кулак, руку нажимаем в кулак и разворачиваем вправо. Подворачиваем, поднимаем колени, вернее, подворачиваем таз. Облегченный вариант вот такой, с рукой на полу, второй. Полный вариант, руку кладем на ягодицы. Разворачиваем таз, следим, чтобы поясница была прямой. Таз подвернут, вдыхаем. Выдох. Хорошо, руку кладем. Так. Возвращаем правую руку на место. Левую разверните вперед. Правый кулак. Сжали, повернули влево. На другую сторону делаем. Рука на за ягодицы левая. Вот. Левую руку на пол. Вдох. Повторяем первую сторону. Левая рука в кулак. Направляем ее вправо. Выдох. Вес на левую руку. Теперь 2 цикла дыхания. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Если поясница прогибается, можно колени опустить на пол. Выдох, либо вторую руку. Но на пояснице не висеть. Опускаем. Вдох. Разворачиваем. Правую руку теперь сжать в кулак. Вес на нее. Таз подвернуть. Вдох. Почувствуйте мышцы живота. Или больше таз подворачивать. Плоская поясница. Еще. Вот это убрать. Во. Выдох. Еще раз, да? И прям левую руку возле правого кулака и отжимаемся. Оп. Две руки на. Да? С выдохом левую ногу на бедро, ой, на ребро. Правую ногу сверху. Вытолкнули правый бок. Правая нога на левой стопе. Вдох. Потянулись за рукой. Смотрим в пол. Выдох. Плечо водите назад. И выталкиваете правый бок вверх. Опускаем руку на пол. Вдох. Раскидываем ширине таза. Выдох. На другую сторону. Правая нога на ребро. Левая сверху. Вдох. Выпрямляйте ноги. Подворачивайте таз. Выдох. Отталкивайте левый бок. Взгляд в пол. Вдох. Центр. Ножки на ширине таза. Выдох, первая сторона, 2 цикла дыхания. Вдох, хорошо. Правую ногу прямо сверху на левую стопу. Выдох, с
Смотрим в пол, правой рукой вытягиваемся, вытягиваемся, вытягиваемся. Еще раз вдох. Отталкивайте рукой пол. Правое плечо верхнее чуть назад. Выдох. Опускаем руку. Вдох. Центр. Носки на ширине таза. Выдох. Другая сторона. Направо. И ноги ставим. Вдох. Левая нога опирается в верхнюю часть стопы правой ноги. Выдох. Выталкиваем правый бок плечо чуть назад. Левая. Вдох. Еще раз. Выше, выше, выше бок. Смотрим в пол. Опускаем руку. Вдох. Носки по центру. Плечи над руками, над ладонями. Подвернуть таз. Выдох. Шея ровная. Макушка тянется вперед. Слегка присогнутые локти. Вдох. Колени подтягивайте. Выдох. Пятки толкайте назад. Еще раз. Вдох. Выгибаем колени, вдох. Уходим собаку мордой вниз, стопы слегка вперед. Выдох. Одна нога вверх, каткой, другая вниз. Разминаем задние поверхности ног. Копчиком при этом тянитесь вверх. Толкайте живот к бедрам, грудь к коленям. Шею расслабляйте, голова вниз у нас направлена. Шея сзади расслаблена. Обе пятки толкните в пол. Колени могут быть присогнуты слегка. Выдох. Вытягивайтесь копчиком вверх. За копчиком стараемся потянуться вверх. Вдох. Шея расслаблена. Лили больше грудь к коленям подталкиваем. Лопатки стараемся сводить. Сейчас статично больше. Выдох. Вперед, корпус подаем, вдох. Опираемся на колени, на подъемы, стоп. Отталкиваем пол, округляем спину. Таз вперед, плечи максимально вперед, насколько получится. Насколько пока запястья не начнут не пускать. И колени приподнять, ноги присогнуты. Вдох. И ноги выпрямляйте только за счет того, что плечи вперед уходят. Выдох. Отталкивайте изо всех сил пол. Не-не, голова вниз, спина круглая. Это можно на коленях. Облегченный вариант. На коленях. Область между лопаток должна у тебя идти вверх. Во, Олег, еще. Область между лопаток вверх. Опускаем колени. Выдох. Вдох. Носки прям в пол. С выдохом опускаем плечи вниз. Чатуранга на коленях. Для начала лопатки разведите. И если хватает сил, колени вверх. Вдох. Шея ровная. Локти к себе. Копчик вверх. Опускаем грудь вниз. В спине мы прогнулись. Вдох. Подверните таз. Грудь почти на полу, но не на полу. Локти согнуты, прижаты к корпусу. Можно на коленях. Не висите на пояснице, то есть убирайте прогиб вверх. Хорошо, опускаемся на колени. Колени стоим вместе. Вдох, ладони под плечами. Правая нога вверх. Выдох, носок оттяните от себя. Вдох. Таз закрыт, колено прямое. Локти к корпусу. Выдох. Согните ногу в колени. Вдох. И выше бедро, не разворачивая таза. Выдох. Хорошо. Вдох. Выпрямляем ногу. Подворачиваем таз. Выдох. Приподнимаем грудь, колено. Вдох. Если получается, можно просто грудь приподнять, колено ставим на полу. Опускаем ногу
Вниз подворачиваем таз, отжимаемся вверх. Ну. Опускаемся на колени. Вдох, носки оттягиваем. Опираемся на подъемы. Стоп, носки на ширине таза. Выдох, таз вперед. Округлили спину. Обратите внимание на мои лопатки. Не так, не так вот надо делать. А вот они ушли вниз, и область между лопаток поднялась чем выше. Колени вверх. Вдыхаем, если хватает сил. Либо можно на коленях. Плечи уходят вперед за ладони. Запястья тянутся. Голова вниз, 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 вниз. И область между лопаток пыталась войти. Лиля. Не висим. Не так. Хорошо. Ну. Опускаем колени. Носки в пол. Выдох, опускаем. Такой вариант. На колени, либо колени вверх. Дыхаем. Лопатки разводите. Опускайте как бы вниз по бокам. Выдох. Таз подвернут, колени подтянуты. Плоская спина. Опускаем грудь на пол. Вдох. Подворачивайте таз. Колени приподняты. Выдох. Отворачивайте прогиб нас выше поясницы. Мы не висим на ней. Выдох. Опускаем колени вместе. Вдох. Поднимаем левую ногу. Носок оттянут. Левый выдох. Грудь колена правая на полу. Дыхаем. Выдох. Гибаем левую ногу. Вдох. Локти прижимаются к корпусу. Выдох, таз закрыт. Выпрямляем ногу. Вдох. И поднимаем грудь. И колено, если получается. Вдох. Подворачивайте. Подворачивайте таз. Выпрямляйте ногу, которая вверху. Выдох. Можно просто грудь приподнять, оставив колено на полу, так проще. Опускаем. Вдох. Подворачиваем таз, отжимаем вверх. Выдох. Подходим ноги. Вперед. Вдох. Сгибаем колени. Выдох. Опускаем шею вниз. Лобчик вверх. Вот. Шея ровная. Носки на ширине коврика. Чуть в сторону направлены. Упираемся руками в колени. Прогибаемся. Вдох. За спиной делаем размок кистевой. Правой рукой. За левое запястье. Выдох в спине. Обязательно прогиб. Не висим сейчас. Вдох. Хорошо. Так, живот ниже. Выдох, вдох, еще раз, выдох, выпрямляем ноги, вдох, уходим в наклон, носки чуть внутрь, с тем же замком, выдох, колени могут быть пристегнуты, вдох, выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, опускаем руки. Вдох, поднимаем голову, плечи. За спиной меняем замок. Плечи вверх, спине прогиб. Левая рука за правое запястье. Выдох, вводим лопатки. Прогибаемся в спине. Руки вверх. Вдох. Шея ровная, ноги согнуты в коленях. Выдох. Шею, шею не нажимаем, вдох ниже приседаем. Колени в стороны чуть смотрят и носки. Еще раз вдыхаем. Макс, ниже приседай. Прогиб в спине, выше плечи. Вдох, выше плечи, выше плечи. Во. Хорошо. Вдох.
Выпрямляем ноги, уходим наклон с тем же замком, носки развернулись больше внутрь. Дыхаем. Колени могут оставаться присогнутыми. Выдох. Хорошо, лопатки сводим. Вдох, еще раз. Вес больше на носки. И выдох. Вот. Гибаем колени, руки опускаем на колени. Подняли голову, плечи, прогнули спине. Выдох. Сразу почувствуйте прогиб, работу мышцы позвоночника. Пальцы за спиной. Пальцевой замок. Выдох, переплели пальцы. Два. Хорошо. Стараемся ниже присесть. Ниже колени, носки чуть в стороны. Колени тоже в стороны. Выдох. Плечи выше, выше, выше плечи. Два. Еще раз. И выше плечи. Выдох. Выпрямляем ноги. Вдох, уходим в наклон. Носки чуть внутрь. Вдыхаем. Руки ниже, ниже, ниже. Выдох. Вдох, еще раз. И выдох. Гибаем ноги. Два. Пальцы смещаем на один. Плечи поднимите вверх. Прогните в спине. Выдох. Замок. Четвертый. Два. Второй пальцевой. Присели ниже, выше плечи. Прогибаемся. Сейчас прогибаем. Если ноги согнуты, ноги согнуты. Ноги согнуть, плечи вверх. Сейчас прыгнем. Вот это. Так, колени врозь. И шире колени. Шире, 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 шире. Хорошо, уходим на план. Но. Сводим, сводим лопатки. Выдох. Вдох, еще раз. И вдох. Хорошо, опускаем руки вниз. Вдох, на пол садимся. Носки брось, руки перед собой. Выдох. Ладони вместе схватываем. За фонарика носки в стороны, наши реки не та. За корневой замок сжимаем предплечье в одной ровной линии. Раз, и прям руки за спиной. Вот. Выдох, подтягиваем ноги к себе, носки на себя. Выдох, руки перед собой, ноги вверх. Выдох. Стараемся грудь толкнуть вперед, спину выпрямить, прогнуть. Еще раз вдыхаем, носки тянем, тянем, тянем на себя. Оттягиваем носки, поясница на пол. Потянулись вперед, вдох. Выдох.
Поясница на полу, да. Можно колени пригибать, если поясница отрывается. Выдох. На себя носки, на пол. Ладони вместе, правую ногу. Потянулись к правому носку, левый натянут на себя, вдыхаем. Ну вот, еще раз. Опускаем правую ногу, поднимаем левую. Стараемся руками дотянуться до носка, руками до носок не беремся. Выдох. Еще раз вдох. Опускаем. Вдох, руки перед собой. Вот. Один раз. Нет, ножи. На верхний упор сначала. Вдох. Локти присогнуть. Подвернуть. Колени выпрямить. Вдохнуть. Выдохнуть. Еще раз вдох. Костная спина. Разворот тазовик больше. Поясницу как бы вверх. Вы. Ложимся на живот. Вдох. Носки вместе, локти вперед. Выдох. Подталкиваем пол к себе. Бедра приподнялись над полом, пятки вместе. Вдыхаем. Выдох. Вытягиваемся, вытягиваемся, вытягиваемся. Вдох. Опускаем ребра на пол. Левая рука перед собой, правая захватываем. Правый носок и пятку толкаем. Пол. Левую ногу вверх. Левая нога прямая. Ну, смотрим. Пол. Раз на полу. Выдох. И нижнюю пятку согнутой ноги. Правое плечо больше вперед-вниз. Это согнутое. Локте. Вдох. Левую ногу выше. Прямее колено. Выдох. Чувствуете правый бок, область ниже правой лопатки. Вдох. Вытяжение в бедре правой ноги, колени. Выдох. Напряжение левой ягодицы должно здесь быть. Выпрямляйте левое колено. И сильнее напряжется ягодица. Опускаем. Ногу отпускаем. Правую меняем сторону, левую захват, пятку вниз, правую ногу вверх, вдыхаем, выше правую ногу, прямее колено, вдох, ниже левую пятку, выдох. Левое плечо больше вперед и вниз подталкиваете. Вдох. Таз ровно на полу лежит. Вдох. Еще раз. Прямее правую ногу выше ее. Ягодица сжалась. Выдох. А левую пятку ниже. Потянулась бедро и колено левой ноги. Хорошо, опускаем. Опускаем. Вдох. Подворот таза. С выдохом подъем. Носки прямо в пол. Беремся за пятки. Вдох. Грудь вперед. Выдох. Голова ушла назад. Бедра перпендикулярно полу. Дыхаем, открываем грудь. Прогибаемся хорошенько в позе верблюда. Выдох. Больше, больше таз вперед. Вдох. Выдох. Вдох.
И еще раз дыхаем. И вы. Поднимаем голову, вытягиваясь за подбородком. Опускаем таз вниз, захнули. Носки оттягиваем от себя. Убираем икроножные мышцы наружу. Выдох, садимся между стоп. Ягодицами на пол. Сводим колени. Руки прямо перед собой, округляем спину. Выталкиваем поясницу назад. Голова склонилась вперед. Наклоняемся, наклоняемся. Плавно, лбом вытягиваясь к бедрам. Не в пол, мы не ложимся животом на бедра. Мы стараемся лбом достать бедер, и чтобы у нас была дуга. Живот не опускать на бедра. Руки можно на подошву стоп. Положить такой вариант, либо еще вариант взяться за пальцы ног, за подъемы и потянуть их на себя. Локти согнуты, прижаты к корпусу. Спина округляется, вытягивается. Угу. Макс, локти к корпусу, а лопатки брось наоборот. Два, хорошо, сейчас. Выдох. Лбом к бедрам, бедрам лбом не в пол, а лбом к бедрам тянемся. Вот, еще раз. Хорошо, пойдем до. Выныриваем. Выдох, грудь вперед. Макушка вверх. Шея ровная. Выпрямилась. Линия от промежности до макушки. Со вдохом руки вверх. Подтягиваемся. Плечи, лопатки вверх. Дотягиваемся до ушей плечами. Довдыхаем. Выдох, руки вниз. Груди и на пол. Выходим из брасаны и в бахаканасану. Переходим стопы вместе. Колени в рост. Садимся ближе к пяткам. Руки за спиной. Грудь вперед. Выдох вверх, плечи назад. И вы. Проталкиваем лопатками грудь вперед. До. И вы. Еще раз, еще больше будет вперед, ниже колени. Вы. Напрямляем правую ногу перед собой. Левую ногу перед собой, правое колено в сторону. Бедра пошире, раскрылись. Левой рукой беремся за левый носок, правой рукой отталкиваем правое бедро, либо беремся за левую пятку. Снова распрямить левую, вдох, расслабиться, вытянуться максимально. Вдох, еще раз. И выдох.
Ну, а поднимаемся. Сводим стопы вместе. Ну и, да, барская канасана, грудь вперед, плечи назад, дыханием. Корневой замок сжиманием. Выдох. Да, подбородок приподнят, шея на свободная, без зажима где-либо. Выдох, чувствуете корневой замок, как промежность сжимается, втягивается, колени пониже, стараемся опустить, вдох, плечи отвести назад, не прогнуться по мере возможности, выдох. Еще раз ставим. И вы. Хорошо. Управляем правую ногу. Левую ногу. Колено в сторону, бедра пошире открыть. Беремся за правый носок. Правой рукой левой толкаем колено левой ноги, либо беремся за пятку правой, если позволяет растяжка. До выдох. И потянули. Вдох вдоль правой ноги. Вытягиваемся, лицо смотрит в пол. Выдох не на ногу, а в пол. Шея расслаблена. Дыхаем. Выдох. Ох. Тянемся, расслабляемся, вдох, еще раз. И выдох. Поднимаемся со вдохом. Выходим из этого положения, выпрямляем, ложимся на спину. Руки в стороны, правую ногу ставим за ковриком справа, смещаем вправо таз, скручиваемся согнутой ногой, левая рука на правом колене согнутом. Таз смещен противоположно скрутке в сторону, лицо смотрит на правую ладонь. Так, другую ногу. Левая нога выпрямлена, таз сдвинут вправо, да, правую ногу вправо, о, и скрутка, только лицо в другую сторону, все туда смотрит, и руку, левую руку на колено, хорошо. Вот, еще раз, поглубже. И выдох. Возвращаемся в центр. Остав в центру, правую ногу. Выпрямляем левую. Сгибаем, смещаем влево таз, правая прямая, левая согнута, левая одет. Вот так. Выдох.
Смотрим на левую руку сейчас. Дыхаем, скручиваемся в правую сторону. Еще раз вдыхаем. И выдох. Хорошо, разворачиваемся. Центр. Да, входим в центр. Подтягиваем ноги к себе, обнимаем их. И покачиваем вперед, назад, раз. И вот киста, давай проминаем мышцы вдоль позвоночника. Садимся. Выпрямляем ноги перед собой. Оттягиваем носки, руки за спиной прям. Пальцы назад, разворачиваем грудь вперед. Лопатками проталкиваем грудь вперед. Корневой замок. Сжимаете промежность, втягиваете. Выдыхаем. Голова, если все хорошо, назад уходит. Больше лопатки на грудь вперед и плечи назад. О! Корневой замок, помним. Жать, жать, жать. До. Вдох, еще разок. Максимально прогибаясь в грудном отделе. И выдох. Поднимаем голову со вдохом. Запад грудком вытянулись. Выдох, руки вперед, носки на себя. Пригибаем колени, живот опускаем на бедра. Шея ровная. Со вдохом поднимаем руки. Плечи, лопатки повыше, довдыхаем, тянемся за руками и выдох. За носки беремся локти вниз, животом подталкиваем бедра вперед, шея расслабилась, голова склоняется вперед, вниз, вдыхаем. Выдох, локти вниз, согнутые, стараемся опускать пониже, животом подталкивать бедра. Шею сзади расслабляем, расслабляем. Выдох. Трапециевидные мышцы тоже расслабьте. Основание шеи, которое находится сзади. Еще раз вдыхаем. И выдох. Хорошо, со вдохом подъем. Медленно. И ложимся на спину. С выдохом шавасана. Стопы в рот. Плечи расправляем. Руками голову приподнимаем, вытягиваем шею, массируем волосяную часть головы.
Хорошенько проходим, проминаем. Волосяную часть головы кончиками пальцев. Хорошо, прошли. Руки вдоль тела. Начинаем пошевелить ладони вверх, тазом пошевелить, вытолкните пятки. Пятки в стороны, глубоко вдыхаем. И с выдохом расслабляемся, отпускаем все тело. Погружаем расслабление, отдых, покой. Хорошо. 2 минуты есть. Прокатываемся снизу вверх по нижним конечностям, расслабляем ноги. По верхним конечностям, пальцы в рот, плечам, руки расслабили, туловище. Расслабляем заднюю поверхность туловища от ягодиц вверх. Позвоночный столб, мышцы вдоль позвоночника. Вся спина расслабилась. По передней поверхности тела ходите. От паха вверх расслабьте. Брюшную зону, грудную клетку, ключицы, легкие, сердце. Плечевой пояс расслабьте. Всю голову. Скулы, корень языка. Головной мозг и глаза. Все тело полностью расслабилось. Представляем вдох поверхности кожи. Наполняемся белым светом. На вдохе с выдохом расслабляемся. Тоже выдыхаем через поры кожи. Избавляемся от ненужного, от всего, что тревожит, беспокоит или болит. Вдох, наполнение. Выдох, расслабление. Еще раз. Вдыхаем. Всем телом, всей поверхностью тела. И выдох через поры кожи. Пошевелите пальцами руки и ног. Сжимаем, разжимаем кисти рук. Шевелим пальцами ног. Со вдохом подтягиваемся. Руки уводим за голову, вытягиваемся. Тянулись как после сна, хорошенько. И с выдохом переворачиваемся на правый бок. На боку делаем вдох и выдох. Садимся. Садимся, расправляем спину, плечи, сжимаем корневой замок. Давай. Протягиваемся руками вверх со вдохом. Плечи, лопатки вверх, еще выше вытягиваемся, тогда вдыхаем. И выдох, руки вниз. Хороших праздников. Спасибо тоже. Всем хороших праздников. Еще одно занятие у нас осталось онлайн. Оплаченное. Поэтому отработаем потом.